честь празднования победы в Великой Отечественной войне в КФУ ежегодно проводится студенческий марш победы. В рамках этого мероприятия традиционно реализуется проект «Бессмертный полк КФУ». В 2018 году мы продолжаем традицию проведения студенческого марша. Департамент по молодежной политике КФУ начинает сбор информации об участниках Великой Отечественной войны, ушедших на фронт. Необходимый срок до 1 апреля 2018 года подать заявку на электронный адрес «Бессмертный полк КФУ @gmail.com». Информацию: фамилия, имя, отчество и статус в КФУ отправителя, фамилия, имя, отчество участника Великой Отечественной войны, его статус на тот момент, кем он являлся, студентом, либо он работал в университете, звание на момент войны. Фотографии принимаем хорошего качества в формате JPEG, либо в другом графическом формате. Групповое фото не принимается. Приглашаем студентов, преподавателей и сотрудников КФУ почтить память своих родственников и встать в ряды бессмертного полка. Присоединиться к шествию сможет любой неравнодушный, желающий отдать дань памяти своим родным участников Великой Отечественной войны. Юлиана Петрова, Владимир Нелюбин, Универньюз.